Чем больше ярких событий, тем больше туристов приедет в город. Этот неписанный закон мировой туриндустрии берут на вооружение и в Сочи. Только в этом году на курорте запланировано около 100 мероприятий, в том числе и международных, которые должны привлечь в Сочи на 40% отдыхающих больше, чем в прошлом году. События создаем мы. Дальше понятие должно быть, что это событие создается для тех, кто размещает, чтобы они дальше рекламировали его, звали людей, говорили о том, что вот у нас 5-й международный, или китайский национальная выставка «Китай-2014», фестиваль экстремального спорта. Вот это все, на них они должны ввести людей. Для этого всем отелям, гостиницам, здравницам будут рассылать по почте список мероприятий на предстоящий сезон. Появятся специальные разделы на сайте администрации города. Проект пилотный, но, по словам его кураторов, уже показал свою эффективность. Если вспомнить недавнюю Черноморскую регату, специально на нее, по данным организаторов, приехали тысячи туристов. Привлек гостей в том числе и из-за рубежа, и тот же карнавал в день открытия курортного сезона. Не менее яркими обещают быть и предстоящие события. Вот у нас будет интересный публичный показ матча чемпионата мира FIFA 2014. Это будет на Южном Малу. Интересно будет. Три трибуны поставим, зеленую поле. И просмотр будет матча. Можно будет ходить сейчас в июне месяце, смотреть, что в Бразилии происходит. Это мероприятие будет у нас, сейчас определимся, 15-20 дней проходить в ежедневном режиме. Поэтому достаточно будет интересно. В этом году курорт впервые примет мировые корпоративные игры, фестиваль караоке, Всемирную олимпиаду роботов. И, конечно же, все с нетерпением ждут, когда над Олимпийским парком разнесется рев болидов «Формулы-1». Старт этих соревнований намечен на октябрь. Сейчас строители уже завершают работу по формированию последнего слоя гоночной трассы. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.